две. Да, всем привет, наши золотые подписчики. Димочка тут помогает, да? Вот, Дима как помогает. Дима маме чеснок чистит, да? Сюда кладем мешочек. Вот, какой Дима у нас помощник. Какой Дима помощник. Ты моя умничка. Я тут готовлю супчик. Уже картошку запустила. Обед это у нас. Забыла, что у нас на обед творог, оказывается. Готовила суп. Да. Так, тут у меня вермишельку, наверное, добавлю. Томатную пасту добавлю. А, мясо. Пищевую пленку сложила. И вот здесь у нас супчик. Ну, что-то картошки мало. Все-таки было. Вот. Добавим еще морковку, лучок, вермишелька. Я думаю, будет достаточно. Да, тут Дима помогает маме. С луком. Луком занимается, да, сыночка? Сына луком занимается, да? Сына занят луком. Молодец какой. Дима, какой хозяйственный у меня. Димочка, умница у меня, да, сын? Это все грязь, это. Ну, грязь все складываю в мешочек. В мешочек. Не-не-не, на пол не надо только. Что у тебя там падает? Молодец. На улице у нас дождь. Да? И стоит как там, да? Да. Сыночка. Сынок. Молодец. Складывай, складывай. Ух ты, какой хозяйственный сынок у меня. И стоит там что-то. Красивый сына. У меня сынок маленький принц, да? Ты принц маленький, Дима? Дима. Ай? О, а там за мешком у тебя еще сколько? А это что? Это что такое? А? Клади давай все. Милашка. Маленькая моя. Видно, да, как видно. Видно, видно. Все видно, да? Короче, я тут занимаюсь перекладкой яиц. В Сбермаркете заказывала вот куриные яйца. С0. С0 или С... Ой, господи, С0, видимо. И смотрите, какое яйцо попалось. Но полностью круглое. И вот тут вот маленькая такая, как выемка. Полностью круглая. Мне кажется, что она даже как будто просвечивает. Интересно. И яйца, кстати, такие огромные, прям большие, такие красивые, надо же. Короче, вот я тут занимаюсь перекладкой яиц. Никогда бы, честно говоря, не подумала, что я буду когда-то перекладывать яйца. Никогда об этом не подумала бы. Там я уже варю несколько штук. Заказала 30 штук. Вот. Они у нас хорошо расходятся. Сыночка очень любит яички. И я думаю, что они и полежат тоже еще. Может, я яишенку сделаю на недельке. Давно хочу с колбаской. Я еще колбасочку купила. Ну, смотрите, почти все уместились. Надеюсь, что они там не полопаются. Все-таки пригодилась эта кастрюлька свекрови. Она внизу, у нее дырочка небольшая. Я хотела ее выкинуть. Думаю, нафиг она нужна, тут лежит еще. Там всякий хлам мне тут привозят еще, понимаешь ли. Оставляют. А потом подумала, дай, думаю, я в нее сложу яички. Так, ну все, я думаю, наверное, не поместится. Тут вот прям грязное яйцо такое. Вот они. Вот это еще более-менее. А вот другие были, я сейчас их варю, они прям такие огромные, такие большие. Удивительно. И, конечно же, по цене тоже разные. Есть S0, вот это, видимо, они большие. S1, они поменьше и подешевле. И, по-моему, еще какая-то есть. Они, наверное, еще дешевле. Вот, 10-го, 08-го. Но ролик выйдет с большим-большим-большим-большим опозданием.
Короче, вот так вот. Еще вдобавок мы с Димой решили позаниматься. Вот такую, кстати, доску я купила для лепки. Такая она довольно. Да, что-то он цвета. Сейчас, подожди. Две доски. Одна Диме, одна мне. Плюс я еще купила это все в Ашане. Такие вот штучки. Ножи. Вот сейчас, знаете, думаю, жалею то, что не взяла я два набора все-таки. Надо было два, по два взять. Было бы интереснее. Дима свое, у меня свое. Хочешь, бери это, хочешь, что. Было бы классно. Наши наборчики. Вот, и все такое. Так, вот наша кукуруза, которую мы варим. Здесь у нас супчик у меня с этой томатной пастой у меня. Вот она. Ой, Дима, куда лезешь? С томатной пастой, на нее был отдельный обзор. Так, тут я уже немножко приготовила. Димочкин салатик, Димина фрукты. Мой салат, Димина рыбка. Супчиком будет у меня тоже. Я решила попробовать тоже поесть. Так, а что же хотела показать-то? Что, кукурузу, что ли? А, дождь, господи, я же хотела дождь показать. Блин. А, вот видно. Видно, смотрите, полосочки. Дождя наискось. Где бы их, господи. Вот они. Плохо видно, и я в розовых штанах, у меня и Дима полосатый. У нас начался дождь. А? Скорая помощь кому-то приехала. Вон, да. Это тут странное. Да, у нас гремит дождик. Ай-яй-яй. Нет, молнии, да? Вот, кукурузку варим. Еще у нас будет кукурузка. Нужно будет ее попозже перемешать. И все. Вот так вот я ее отрезала. Сладкая кукуруза, обалденная просто. Вот она. Такая обалденная просто. Смотрите, какой у меня компот. Это у меня компот будет сегодня с черемухой. Смотрите, он будет красный. Попробуем вместе с вами, кстати, на вкус, какой же он получится. Здесь яблоко, груша и черемуха для цвета. Сегодня необыкновенный. И компот у меня эффект мультиварки. То есть сейчас я сюда залью холодную воду, доведу до кипения, одну минуту прокипячу и все. Короче, у меня сегодня вот такой. Ну, я в последнее время, кстати, готовлю такие компоты, потому что просто не успеваю. Просто так вот. Это невозможно не снимать. Как кушает Дима? Димочка. Вообще, ой, я скнула. У нас здесь соус сметанный с чесночком. Да, и солью. Соус такой, типа майонезика. Мы туда макаем курочку, да? Курочку туда макаем. Диме первый день Диме не понравилось. Второй день не понравился ему. А третий день ест уже. Да? Нет, не так. Дима первый раз пробовал, не понравилось. Второй раз попробовал. Ну, как-то так. А третий день, смотрите, будешь соус? Да, буду. Не отделяй вместе с ними. Это не косточка. У нас сегодня ужин такой необыкновенный. У нас курочка, Дима, помидорка и кукуруза, на которую, похоже, мы уже начинаем подсаживаться. До этого Дима ее тоже прям не хотела есть. А сегодня, смотрю, прям сам берет. Макай курочку, Дима. Вот. Дима сегодня захотел соусом, да? И у меня тоже. И мои початочки. Компотик у нас, арбуз потом будет, да? Нет, сначала у нас будут ягодки, да? А потом арбуз. Пробуй. У Димы еще козье молоко впереди с печенькой, да? Ты же будешь вечером пить козье молоко? И уже сейчас я могу. Там надо его допивать тоже уже. Вот так мы кушаем с сыночкой. Да, зайка? Зайчонок. Он даже помидорку туда макает.